И вот я приступила к пошиву и начала, конечно же, с выточек. Я стачала задние выточки, стачала передние выточки. Далее проложила строчку по боковым швам. Обработала срезы на оверлоке. И сейчас мне все это нужно разутюжить, заутюжить. Как обычно, сначала мы приутюживаем. А теперь шов нужно в разутюжку. Очень радуюсь, что у меня появились колодки. Они облегчают, конечно, работу. И вот такая красота получается. Теперь приступаю к выточкам. Посмотрите, какие они пухлые. И после приутюжки они становятся такими вот плоскими и красивыми.